Что как? На друзей и конфликты. Блин, прикольно, прикольно, что людей больше, чем... Так, мужчины же есть, Саня? Чем нас. То, честно, прикольно. Да? Ну, во-первых, хотим сказать, что это взрослая комедия для взрослых людей от взрослых комиков. Нам всем далеко за 27. Хотя подожди, почему? У тебя же есть про дрочку. Про дрочку есть, но я не буду в этом концерте ее говорить. У меня тоже нет этой темы. Костя реально очень много шутит про возраст. Лысину не было видно, блять, вот это проблема! Какие-то такие свои переживания по поводу этого. Ромка, он шутит про какие-то темы политически, причем старается шутить, и очень удивительно, он как-то вот так вот обходит. И прилетали отдыхать в Анапе и поехали без детей на полуостров. На какой полуостров говорить не буду, вдруг сейчас кто-то, блядь, обидится на меня. Короче, мост построили, я поехал. А у Вани есть своя боль. Ваня актер, которого никто нахрен не узнает. Прикиньте. Да, основные волнения это что? Алкоголь? Я просто очень люблю пить алкоголь. Сильно. Очень. Вот, кстати. А вы прям себе переели, что ли, или что, что вы? Не доели еще. Ну а самое главное то, что три комика абсолютно разноплановый юмор, разный стиль, разный темп. Сразу приготовьтесь, вы сегодня прям охуеете, ребятушки. Это комедия для людей за 25. За 16. За 16 тысяч рублей. Так, а кто вообще бывает на стендапе частенько? Кто был на стендапе живьем? Давайте так, кто не был на стендапе ни разу? Ребята, вы понимаете, мы же сегодня лишим стендаповой девственности столько людей. Это же кайф. Значит, как всегда, вначале объявлю какие-то правила, что нельзя снимать, нельзя выкрикивать, если вас не спрашивают. Это еще последняя буква на завышенное ожидание от этих мест. Иван Николаевич Пышненко! Эй-эй-эй! Город Москва! О, спасибо, ребят. Я заебался худеть, правда. Я постоянно, я то готовлюсь к этому гребаному лету, то к этим гребаным съемкам. Я ограничиваю себя в алкоголь, я занимаюсь спортом. Я покупаю продукты в отделе невкусные, блядь. Я, блядь, заебался втягивать живот. Вот он, вот он, вот он. Сегодня премьера. Еще жена не видела, вот для вас. Это, кстати, не четвертый месяц. Это вкусно и точка. Да. Да, мне друг-фотограф говорит, Вань, ты уже прав, правда, ты когда фотографируешься, очень плохо. Ты фотографируешься, у тебя прям второй подбородок, ты прям... Он говорит, секрет тебе, Вань, девчонки, кстати, на заметку. Ты когда фотографируешься, ты вот так вот подбородок чуть вперед. И говорит, и чуть наклонись. И все. Я в какой-то момент понял, что я уже вот так, блядь, фотографируюсь. Головонок уже какой-то. Смотрите, у меня ребенок, да, и он в садике проблемы, его обижает мальчик. Его обижает мальчик, который занимается боксом. А проблема еще в том, что его папа тоже занимается боксом. И я никак не могу помочь своему сыну. А он прям маленький, он прямо смотрит и говорит, папа, ну мне нужна помощь. И я вспомнил, как отец помогал мне в такие моменты. Вспомнил, как я наклонился и сказал, сынок, ты должен сам уметь решать свои проблемы. Тебе поможет это в жизни. Я вообще ненавижу ходить, я понял это реально. Я когда вот если я засыпаю и перед сном хочется писать, ну, бля, не хочется идти в туалет, реально. Я прям лежу, думаю, ну может к утру рассосется, а? Подойти. Смотрите, к 40 годам мужчины уже добиваются очень больших высот в своей жизни, правильно? Ну, часто. Смотрите, простой пример. Например, Илон Маск. Да, знаете такого? Вот, он к 40 годам уже заключил свой первый контракт с НАСА на 1,5 миллиарда долларов. А мы тут шуточки, блядь, шутим. Понимаете? Разницу. Чего далеко ходить? Смотрите, Филипп Бедросович Киркоров. Хуя сравнил, да? Он к 40 годам уже имел 11 золотых граммофонов. А чего добился я к 40 годам? А я Никита, иногда сеньор, иногда сеньорита, блядь, все!
Понимаете, в прикол? Все! Серьезно, я 13 лет изображаю на телеканале ТНТ гомосека Никиту. Спрашивается, гомосек ли я? Нет. Никита ли я? Нет. Побрито ли у меня? А зачем тогда мне это все? Почему? Почему я 13 лет вру людям, да, на федеральном канале? А я вам отвечу. А потому что суицид — это слишком просто. Все, друзья, большое спасибо вам за сегодняшний вечер. Вы великолепная публика. Спасибо вам. Я хочу пригласить ребят. Рома Филин. А Ваня кто-то ушел. А Ваня кто-то ушел, или он прибежит, не знаю. В общем, друзья, спасибо вам большое. Это был классный вечер. Вы молодцы. Нас очень пугали, что... Ваня! Невозможно. Все разговаривают, все голдят, все кушают, никто не слушает. Вы красавцы! Любим вас! Ваня, спасибо! Спасибо большое! Пока-пока! Спасибо! Спасибо!